Привет, друзья! Больше месяца прошло с момента моей крайней охоты на торф-карьерах на утку. Октябрь месяц, практически уже середина. Преобладают постоянно такие пасмурные дни. Вот даже сейчас уже накрапывает такой мелкий небольшой дождик. Главное, чтобы он не перерос в сильный ливень. Хотя это свойственно уже для октября. Я подъехал на свою любимую косу. Правда, на этот раз я смог продраться через поля. Дело в том, что вот неделю спустя вообще дождей у нас практически не было, и дорога подсохла. По ней прекрасно можно было проехать, чем я и воспользовался. Да, сельхозполя уже практически все убраны. Люди еще местные периодически там что-то пытаются ковыряться, какие-то остатки собирают. Поля убраны, тракторов нет, и в принципе грязь развозить некому. Дорога прекрасная, сухая. Я сюда подъехал. Хочу осуществить свою давнюю мечту, попробовать. Тут есть такие березки, я их постоянно видел вот с генеральской бровки, на которой, ну, традиционно мое утиное место такое охоты, мой номер. Хочу попробовать в эти березки забраться куда-то туда, в тростничок, посмотреть вообще, можно ли туда встать. И да, уже, да, естественно, с чучелами. По идее, уже сейчас она должна, утка, группироваться в стае. Пообщался я тут с коллегами-охотниками так периодически. Кто-то уже где-то севернее, еще дальше, чем я нахожусь, уже в областях туда дальше, северных регионах, уже видели гусей. Ну, немного пока, там по одному, два такие вот. Журавли уже начали проходить. То есть вот, готовится природа. Такой вот северный ветра у нас периодически дует. Сейчас, кстати, ветер, он такой, он южный больше. То есть не так уж холодно, где-то градусов 7 тепла. И, ну, ветер такой, он чувствуется. Поэтому я уже, естественно, приоделся по-осеннему. И да, кстати, вот на мне обновочка, костюм новый взял. Внимательный зритель заметил, наверное. Поэтому, ребят, ждите, я обязательно скоро о нем обзорчик сделаю. Вот, сейчас его ношу, активно тестирую, что к чему вообще. Взял я этот костюм, так что обязательно расскажу. Темнеет сейчас, ребят, конечно, уже намного раньше. Уже в 6 часов такой сумрак наступает. Поэтому, как обычно, заранее. У нас с вами еще времени полно и для разведки, и для чучал, для всех этих дел, чтобы чайку попить, как обычно. Все, ребят, я, в принципе, готов. Сейчас осталось только сапоги вот эти мои одеть и в путь выплываем. Я вообще не знаю, осталась ли тут утка. Может, ее уже всю выбили. Вот, а у меня так получилось, что ряд серий командировок по работе прошла, и я как бы до этого на охоту так и не смог выбраться больше. Ну, посмотрим, может, что-то и пролетит, а может, и просто полюбуемся природой, посидим, отдохнем наедине с природой, подышим воздухом и поедем домой в освояси. Такое тоже бывает, это нормально. Вот, так что все, выдвигаемся в путь, ребят, и не пуха. Все, пока берег. Отплыли мы уже вот настолько. И вот, да, вот это наша коса. И вот, ребят, вот это все было закрыто. Вот, ну вот видно, да, вот этот коряжничек здесь даже есть. Вот он еще остается. А так это все было в торфе. То есть даже, ну вот тут вот видно, в принципе, вот он же тут не глубоко. И вот это все торчало. Я, конечно, не знаю, как вот там сейчас. Вот, ну, все-таки есть шанс туда продраться сейчас между вот этими коряжником и так далее. И куда-то, да, вот в те края. Вот там я даже вижу какой-то такой вот заходик. Попробовать в тот вот тростник. И вот это все, вот это же все это было тут в каком-то кувшиннике, в каких-то зарослях. Все это ушло. То есть вот видите, кормовая база уходит. Кормовая база уходит, а это значит, что утка должна сейчас, по идее, уже в такие более плотные стаи собираться. Я уже взял, кстати, чучела селезней, ну, думаю, что, наверное, уже должны были перелинять, посмотрим. Какой-то вот этот холмик какой-то торчит, ну, сейчас мы с вами туда дойдем, потому что бровка-то наша, она вот прям где-то тут недалеко. Да, вот это все было закрыто, обалдеть. Вот так вот карта изменилась, ребят, за буквально. Да, вот он, проход. Вот здесь вот бровка. Вот она. Ну, хотите, давайте сейчас время, сколько у нас.
время без 15:03, или не буду я туда, там открытая вода, сейчас все это ушла, эта ряска. Нет, буду двигаться туда, все-таки время сейчас уже так это, ну, надо определиться, уже там сесть и потом спокойно сидеть. Тут очень неглубоко, прям вода прозрачная, прям видно, такая холодненькая уже, прям хорошо, что прям ледяная. Видно, да, торф вот этот, вот он весь. Неглубоко, но нет коряжника, продраться можно. Сейчас мы доплывем до вот этой вот кочки, посмотрим, что это такое. Похоже ли это на гнездо утиное, ребят, вот это вот. Не знаю, что это такое, ну, как-то она прям инородно здесь выглядит. Такое ощущение, что она искусственная, насыпана искусственно. Может, может, да, что-то такое. Хотя, конечно, они, утки-то я не знаю, они гнезда в основном где-то... Может, бобры натаскали, может, это хатка бобровья вообще, я не знаю. Бобры, по идее, тут были раньше. Может, бобры, ребят? Правда, что утка, утка. Какая тут утка? Не знаю, бобровник какой-то. Да? В общем, напишите, что там в комментах, напишите, что это может быть. Не будем мы сюда ближе, может, правда, какие-нибудь бобрята тут живут, не будем мы им мешать. Ну, она такая, она натаскана, это искусственное точно сооружение. А тут довольно-таки мелко, кстати. Ну, ничего, можно и пешочком ведь. Кто нам мешает? Вот это хорошее место. Да, вот это хорошее место, ребят. Вполне себе. Вопрос только... Да, натоптано, стояли тут. Это тростник примят. Ивничек тут такой, да, да, очень неплохо. Давайте попробуем вылезти. Дальше я не могу прогрести. Наверное, глубоковато будет. Какую-то корягу встал, а там дальше бог его знает, что еще. Ну нет, нормально, нормально. Меньше, чем по колено. Тут вообще ходить можно. Тут, в принципе, ходить можно. Я опасаюсь, ребят, надо броды знать. А я тут, тут яма есть. Прям бывает раз и проваливаешься. Но если только вот с лодкой вот так вот идти. Да, вот тут уже поглубже становится. Не-не-не, тут вот надо броды знать все-таки. Лучше не рисковать и на лодке. Ну что, по-моему, вообще замечательно. По-моему, следы видно человеческие. Да, о, смотрите, какой прям вообще, да? Тростник, конечно, высокий. Вот это меня смущает. Очень ограничена тут видимость будет. Такая она, да, тут прям... В принципе, его можно так вот как-то подзагибать. Здесь этот тростник. Вот это вот, да, все. Если, правда, вот отсюда, конечно, будет налетать. Но сзади очень хорошо закрыто. Прям вот присел сюда, и все, да. И тут вот ты садишься, тебя вообще не видно. Вон. Пастушки пошли. Вот примерно где вот этот вот коряжничек и рясочка вот эта, чучела и выкинул. Ну от берега тут сколько? 30 метров, не больше. Нормально, как раз самый, это такой самый нормальный верный выстрел. Близко тоже особо к камышам я не хочу, чтобы она не пугалась тут. Плыви, дружище. Ну все, друзья, я на берегу уселся, сижу я в этом тростничке,
чучела сидят прекрасно. Не знаю особой технологии, выкинул и выкинул. Главное так, чтобы они не совсем плотно друг к другу были. Считается, что это признак опасности у утки. Вот. Ну так рассредоточил, нормально они сидят. По ощущениям, ну так вот кажется, что будет летать она. Я думаю, что опять же, когда так стемнеет уже порядочно, и думаю, что непродолжительное время, так уже по опыту, в такое время она и погоду, да. Хотя, в принципе, эта погода нормальная. Ну да, сопровождает эта охота моя, сопровождается мелким моросящим дождичком. Он то усиливается иногда, то прекращается вообще. Но можно сказать, что постоянно накрапывает. Ну это вполне нормально, комфортно. То есть ничего такого сверхъестественного для октября нету, это даже нормально. Ловить погоду, вот когда, чтобы уже такие солнечные деньки, такого уже, к сожалению, не получается. То есть не получается и выезжать в эти дни, да, как обычно у нас солнце светит, тепло, а ты там где-то на работе застрял или еще что-то. То есть мешает тебе на охоту выбраться, как обычно. А когда вот у тебя появляются свободные дни, ты стремишься, и бах, там либо погода, либо еще что-то. Ну да бог с ним, с этой погодой, нам, охотникам, эта погода. Можно сказать, что для октября сейчас это хорошая погода. Не холодно, кстати, не холодно. Я думаю, градусов 10, ну, днем сейчас где-то около 10. Да, уже по ночам такие заморозки, здесь у нас и до нуля уже опускается. Но вода пока стоит, намеков на лед нету. Все, сейчас я достаю чай, буду сидеть, работать в манок. Попьем чайку и все, будем ждать вечерку эту, посмотрим. Может, что и сядет в эти наши чучела. Не пуха. Ребят, время 4 вечера. Тут такой сейчас ветер поднялся. Прям вообще сильный-сильный ветер. Такая прям черная туча налетела. Вон она прям, видно, уже туда уходят они. И прямо вот то, что я говорил. Прямо ливень стеной. Прям вот, я не знаю, все. Я плащ-палатку сразу, как бы, хорошо, что я из лодки забрал, сразу сюда накинул. Ну, потому что это просто жесть. Все течет, стекает. Рюкзак уже мокрый весь тут. Ну, внутри вроде сухенько, вроде бы нормально. То есть финны все-таки делать умеют. Сижу, нет, я-то сам вроде сухой, ружье все. Сейчас тряпочкой это все протираю, сижу. Вот она... Вот она прелесть вот этой вот охоты, да, в октябре месяце, в межсезонье, когда вот такой вот, когда вроде бы вот все тихо, такой легкий дождик накрапывает, потом как налетит, и вот видно там прямо, вон береза аж кладет, загибает туда. Ветер прям такой, он прям порывами, сейчас вроде так подстихло, а буквально вот минуту назад прям клало аж этот тростник меня туда вместе с ним. Это красота, ребят. Я очень надеюсь, что, конечно, к вечеру, как обычно, он стихнет. Но 4 часа, и все как бы такое, действительно, серое, то есть серое небо. Так что вот такая вот охота. Я не знаю, чего я тут вообще сегодня наохочу, потому что, ну, никакая утка ничего не летает. Я слышал, где-то собака, по-моему, Дратхар, ну, не знаю, так в бинокль посмотрел, далековато там у косы. По-моему, там прошел охотник с собачкой. И, не знаю, ничего не поднялось там. Где-то, наверное, они там останутся, а может, дальше будут ходить. Охотник, он всегда, вот мы терпим иногда, да, превратности какой-то погоды, природы. Это все тоже неотъемлемая часть охоты, ребят. Это вот все то, что надо, вот прям как надо. Осень, да, середина осени, ребят. Во, просто. Сидим, ждем. Я еще раз скажу, я так думаю, что если и будет летать, то когда уже подстихнет, уже будет довольно-таки темно. Все это будет налетами такими непродолжительными, не знаю, ребят, шансов довольно-таки мало вот что-либо наохотить. Но точно, наверное, вот как обычно, как я вам хочу показать таких вот прям красивых кадров на чучела, чтобы садилось, наверное, не получится. Хотя не загадываю, посмотрим. Все, но я заряженный сижу, да. А сейчас вот все, а сейчас дождя как бы и нет, вот сдуло. Ну хорошо, ветер наверху там очень сильный, сдувает это все дело. Вот эта вот вся масса, которая вот этот фронт накрыла, который прошел все, вот это темные облака там. И да, вот на горизонте уже даже солнышко проклевывается.
Вот вам, пожалуйста, это, вот вам октябрь, это межсезонье. Вот так всегда и бывает. И это, я уже даже надеюсь, что, возможно, мы с вами на вечерке и при солнышке постоим. И там тогда красиво, там лес на фоне сразу озаряется солнцем. Прям красота сейчас. Чучела разбросала этим ветром, прям ураганный такой ветер. Их прям вообще раскидало, уже не так, как я их высадил. Но даже, по-моему, сейчас вот они даже лучше сидят. Где-то какой-то я слышал выстрел, но там, по-моему, вот этот как раз мужик с собачкой там где-то вот за теми березами. Погода, дожди, вот эти вот просветы, солнышко, березки, вот эти вот все полутона такие, облака, небо, все это вот вода, это все охота. Вот оно. Нет, не зря я выбрался. Время 6 вечера, солнышко, все, уже за горизонт заходит, темнеет, облака подсвечиваются вообще вот так вот розово, красиво. Ну такой прям он насыщенный закат сейчас. И да, да, как я и ожидал, смотрите-ка, синее небо над нами, облачка, прям красота. Ветер поднялся такой, да, усилился опять ветер. Вот она погода, ну ветер-то бог с ним, ветер не такой холодный, нормальный ветер. Дождя нет, ребят, вот оно, счастье. Красотень-то какая, да? Прям такой закат интересный. И вот эти облачка там через вот этот тростник, прям красота. И видно еще пока все, вот бы, вот сейчас бы тебе полететь. Ах, нет, сидит где-то, пока вся сидит, и выстрелов-то нету. Я говорю, может, и охотников-то тут вот, ну, с собакой тут, да, охотник. И так и все, и может, и нет никого. И все, да, скорее всего, да, полетит она уже потемно. Полетит в точку, куда-то буду стрелять. Ну, как обычно, тут все это, ну, понятно. Ну, не знаю, ладно. Все, ребят, ну с каждой минуты все темнее и темнее. Такие отсветы еще есть, не знаю, там камеры выхватывают еще что-то. Закат этот потрясающий. Вот такая вот изменчивая погода и тишина пока. Ну вот все, сейчас будет еще темнее и, скорее всего, да, пойдет. Ну, как обычно. Ух ты, отвернул. Еще 4 прошли. Ну, я их вообще под конец только вижу и все. Да это вообще пальцем в небо куда-то. Все, я буду сворачиваться. Ну, потому что смысл какой? Все, пока сейчас чучела эти соберу. Сидят они там, да, все, пока вылезу, пока доплыву, все это сверну, сдуюсь. Вот так вот получилось, сейчас на берегу еще пообщаемся. Такая охота сегодня. Ну что ж, друзья, перевернута еще одна страница из жизни охотника. Это была крайняя моя охота на этих торф-карьерах в этом сезоне. Больше сюда я уже в этом году не вернусь. Да, в планах еще есть, конечно, ребята зовут съездить, попробовать шатурские торф-карьеры, такие немалоизвестные у нас в Московской области. Попробовать туда, но как Бог даст, как говорится, я не загадываю.
Вот, ну сегодня вот так получилось. Вы сами все видели. Да, немножко пострелял куда-то в темноту, какие-то точки, где-то какие-то крылья, я их слышу, но не вижу. То есть утка летала крайне мало, крайне неохотно, где-то что-то крякало, сидело. В общем, ну как сказать, да, не знаю, охотников тоже мало. Да, вот так вот в этот раз получилось. Не знаю, с чем уж связано. Я, ребят, ну, однако, вообще не расстроен. Я, можно сказать, даже счастлив хотя бы за то, что выпала возможность вновь побыть наедине с природой. Да и такая интересная погода сегодня была. То ливень накрывал с таким шквальным ветром, потом такое прям солнце, небо такое синее, ну как летом практически. А сейчас вообще красота, тишина, ветерка нету, уже все, конечно, потемно все это делается. Этот фильм я вам хотел показать, ну прежде всего для того, чтобы, особенно, наверное, для тех, кто только начинает охотиться, чтобы вы тоже не расстраивались, если вдруг без трофея. Да, это все тоже охота, ребят. То есть добытая дичь, да, это, конечно, здорово, это супер, но охота, она заключается не только в том, что когда я вам показываю вот эту утку, да, и как я рад и так далее. Нет, вот это весь процесс, понимаете? То есть это и есть охота. Поэтому, ребят, ну, вот так получилось, уж не обессудьте. Желаю вам по традиции большущей удачи. Выбирайтесь, как только появляется возможность, обязательно выбирайтесь, несмотря на дождь, на снег и так далее, навстречу приключениям, как говорится. Ни пуха вам, ни пера на охоте. Ну и пока, обязательно увидимся.